Приветствую всех, друзья! На связи с вами Светлана Бардина, проект Lead Infobusiness. И в данном обзоре я бы хотела вам рассказать о сайте Cash Helper, который находится по адресу cash-helper.ru, и проверить, можно ли на этом сайте заработать, как они говорят здесь, 50 тысяч рублей или нет. Для этого я зашла на этот сайт. Здесь он достаточно простой. Сказано, что если бесплатно пройти регистрацию в системе Cash Helper и принять участие в благотворительной акции, то можно получить 50 тысяч рублей на наш счет. Посмотрим, так ли это. Здесь нам предлагается ввести фамилию, имя, отчество. Сейчас введем данные. Так, пишем, что я не работаю. По рекомендации в интернете. Я подтверждаю введенные данные и нажимаю «Зарегистрироваться». Также здесь написано, что осталось свободных мест 2. Происходит вот такая вот загрузка. Проверяем. Обычная картинка. Значит, на самом деле загрузки нет. Что уже нам о чем-то говорит. И вот здесь вот меняются числа, обрабатываются заявки. Давайте подождем, что будет в результате. Итак, уже половина заявок обработана. Так, наши заявки обработаны, и теперь заполняются все остальные данные. Присваивается номер, номер чего, тоже непонятно. Распределение средств, между чем распределяются средства, тоже непонятно. Но, тем не менее, 70%. Процесс у нас завершается. Поздравляем! Нам начислилось 50 тысяч рублей буквально за 3 минуты, наверное. И нам предлагается их получить. Давайте попробуем. Нажимаем «Получить». Выбираем Яндекс.Деньги. И давайте попробуем все 50 тысяч и вывести. Нажимаем «Вывести средства». И здесь якобы нужно подтвердить наши данные. Давайте проверим. Опять же, абсолютно идентичная картинка. Никакой загрузки нет. Просто чтобы был какой-то процесс, нам показывают данную картинку. И здесь опять завершение проверки. В выводе нам отказано. Почему? Потому что у нас нет личного кабинета. Давайте создадим личный кабинет. Вдруг у нас получится. И здесь нам предлагается создать личный кабинет. Естественно, платно. 90 рублей это стоит. Без него, как мы понимаем, деньги нам не вывести. Поэтому жмем «Оплатить создание личного кабинета». На сервисе ePay нам предлагается оплатить 90 рублей создание личного кабинета. Также я нашла автора данного сайта. Это у нас некая Lady Red. У этого автора достаточно несколько здесь есть сайтов. Что это говорит о том, что, скорее всего, это тоже мошеннические сайты. Но не будем тогда забегать вперед. Сейчас я оформлю данный заказ, чтобы не терять время, поставлю на паузу и потом продолжим. Итак, создание личного кабинета я оплатила. И давайте перейдем по ссылке.
Посмотрим, что у нас будет. Чтобы получить средства, вам нужно разрешить получение. Нажимаем «Разрешить». «Разрешить». И у нас появляется здесь такая страница, что мы можем получить вместо 50 тысяч рублей 100 тысяч рублей. И если мы не сможем это сделать, мы в любом случае выведем наши 50 тысяч рублей. Давайте примем участие в отборе. Здесь опять же у нас есть вот такая вот картинка, которая имитирует загрузку. И давайте дождемся загрузку порядковых номеров, чтобы получить наши 100 тысяч рублей или вывести все-таки 50 тысяч, которые у нас уже были. Так, осталось немножко. Практически загрузка завершена. И сейчас производится также отбор номеров. Тоже это происходит недолго. Так, список выбранных номеров. Как ранее нам где-то писалось, у нас был тоже номер подобного рода. Кстати, вот он. И, скорее всего, мы, наверное, выиграли 100 тысяч рублей. Сейчас проверим. Так, процесс завершен. Мы получили 100 тысяч рублей. Давайте получим их. Также выбираем Яндекс.Деньги. И нажимаем «Вывести средства». Пройти верификацию, иначе мы не получим свои деньги. Поэтому давайте пройдем верификацию. Ошибка. Потому что нужно нам получить премиум доступ и заплатить 290 рублей. И кроме этого никаких вариантов нет, поэтому переходим на оплату. Сейчас я также заплачу премиум доступ 290 рублей. Поставлю пока на паузу и далее продолжу. Итак, мы получили премиум доступ, чтобы вывести 100 тысяч рублей. И теперь нажимаем на кнопку «Перейти». И посмотрим. Нам опять выходит такая страница, и есть возможность получить 200 тысяч рублей. Причем вывести другие суммы нам не предоставляется возможность, только еще раз участвовать. Поэтому нажимаем «Вывести 200 тысяч рублей» и смотрим. Так, вводим Яндекс.Кошелек. И нажимаем «Вывести средства». Теперь у нас составляет комиссия 600 рублей для физических лиц. И у нас есть 2 часа на оплату. Иначе наши деньги будут аннулированы. Поэтому мы сейчас оплатим комиссию. Опять переход на сайт ePay. Данную оплату я сейчас произведу. Поставлю на паузу пока. И потом продолжим. В продолжении нашего видео я сейчас оплатила комиссию для вывода 200 тысяч рублей и нажимаем вкладку «Перейти». Вот такая страница у нас открылась. Вывод средств успешно завершен и деньги поступят на ваш счет в течение нескольких минут. Чтобы сэкономить время, я сейчас поставлю видео на паузу, подожду некоторое время прихода денежных средств и уже запишу результат данного видео. До скорого! Итак, дорогие друзья, прошло уже более 5 часов.
На мой Яндекс кошелек так деньги не поступили в размере 200 тысяч рублей. И поэтому я делаю вывод, и ни в коем случае наш проект не рекомендует вам следовать инструкциям данного сайта cash-helper.ru, потому что это лохотрон. Советую вам не приобретать и не оплачивать здесь никакие комиссии, никакие премиальные доступы, потому что доход не приносит реальный. И если для вас это видео было полезным, подписывайтесь на наш канал проекта InfoBiz, а также на нашу новостную рассылку, для того, чтобы получать обзоры и подобных лохотронов сразу на ваш почтовый ящик. Ссылку на подписку вы сможете найти ниже данного видео. А если вы реально хотите зарабатывать в интернете настоящие деньги, то рекомендую ознакомиться с разделом проверенных для заработка сайтов на нашем блоге, в которых собраны обзоры работающих методов для заработка и которые в результате нашего тестирования реально приносят доход. Ссылка также находится ниже этого ролика. Это видео подошло к концу. Я с вами прощаюсь. Берегите свои деньги и приумножайте их проверенными методами. Всего доброго!